Всем привет! Сегодня вас ждет распаковочка посылок с сайта AliExpress. Первое, что я хочу достать, это вот эту вот распаковку. Здесь не знаю, что здесь находится. Трек номер какой-то странный. Написано что-то для дома, фурнитура какая-то. Оценили в 55 центов. 34 цента написано. Оценили ее, не знаю. Давайте посмотрим. Ждала я совершенно кое-что другое, но посмотрим. Это то, что я думала, или другое. А, это... Ой. Это за 20, по-моему, 8 центов я взяла для апельсина. Для очистки апельсинов вот такие вот штучки. 3, 4, 5 штучек. Потом я посмотрю, сколько точно стоили. То ли 35 центов, то ли 28 центов. Вот такие вот 5 штучек, они все мне обошлись. Я по купону их взяла. Был купон на 2 доллара, я его использовала. Взяла вот таких вот 5 штучек для очистки апельсина. В принципе, штучки неплохие. Своих денег стоят за 5 штук. За такую цену, в принципе, неплохо, я считаю. А во второй посылочке находится вроде как бафы для ногтей. Да, это они. Упакованы хорошо. Пупочки, пленку, что я очень люблю. Стоили они тоже недорого. Каждый баф стоил вроде 20 центов. Потом, да, получше посмотрю по ценам. Не помню точно, что, сколько стоило. Ничего не помято. Ну, если только... Не, вроде не помято. Чуть-чуть только. Вот так вот они выглядят. Потом я сделаю видеообзор, как они работают. Такие вот крупненькие, дешевые. Очень легенькие, очень классные. Шли они очень долго, в принципе, но того стоило. Мне они очень понравились. Вот. Будут еще посылочки, но не знаю, как они дальше будут приходить. Дальше сделаю еще одно видео, чтобы много времени не заливать, потому что у меня по времени не очень много выходит заливать, но почему-то не пускает меня YouTube больше 4 минут пока заливать, не знаю почему. В принципе, разрешено, но не пускает. Ждите следующее видео, будет следующее видео распаковочка.